Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас в работе Ford Transit. Это служба 112, машина 2020 года. И нам нужно убрать из нее экологию. Экология здесь только клапан EGR. На спецмашины сажевые фильтры не ставили. Значит, будем удалять клапан EGR программно, физически. И будем делать ей тюнинг, чтобы она ехала пошустрее. Чтобы не опаздывала к больным, так сказать. Делать это мы будем все с помощью комби-лодера. Вот он у нас подключен. Адаптер Dialink. И расширенной версии комби-лодер Ford Extra. То есть читать мы будем полностью флеш, EEPROM и пароль, не открывая блока. Итак, давайте включим зажигание. Теперь мы откроем комби-лодер. Ох, солнце мешает как. Вот так сделаем. Открываем комби-лодер. Модуль у нас уже выбран. Ford Seat 208. Открываем вкладку дополнительно и выбираем папку для паролей. В данном случае у нас папка 112. Вот сюда мы его и бросаем. Открываем флеш. Так, перед тем, как прочитать, мы должны нажать клавишу Ctrl. Чтобы читать расширенные лицензии. Нажали клавишу Ctrl. Вот загрузка драйвера. Чтение, флеш пошел. Теперь кнопку можно отпустить Ctrl. Вот идет чтение флеш. Работаем расширенной рецензией. На табло, естественно, все повылезало. И подушки, и ESP. Двигатель срочно в сервис. Да, работаем по коншине, поэтому... Остальные блоки, кроме ЕЦУ, от шины отключены. Поэтому такие ошибки. Читает комбик очень быстро. Вот уже 25%. Напомню, работаем расширенной лицензией. Автомобиль Ford Transit 2020 года, служба 112. Идет чтение флеш. Вот уже почти 50% прочитано. В этом режиме читает очень быстро. Прочитать можно и по IBD, не нажимая Ctrl, но в этом случае она читает очень долго, до 40 минут. А здесь вот все. Уже все прочитано. Вот идентификаторы прошивочки у нас. Операция успешно завершена. Пишем ей ОК. И сохраняем в нашу папку. Вот здесь написано «Файлы контейнеров». Нам нужно бинарник. Нам файлы контейнера не нужны. Файлы контейнеров сохраняются только тогда, когда нам нужно клонировать блок. Сохранили. Смотрим, что у нас сейчас находится в папке. Вот у нас находится пароль и флеш. Ну, давайте сосчитаем EEPROM. Сосчитаем EEPROM. Также зажимаем клавишу Ctrl и нажимаем чтение. Вот загрузка драйвера идет. Как только драйвер загрузился, можно отпускать Ctrl. Все прочиталось. Давайте также нажмем ОК и сохраним ее
выбираем файлы и пром и сохраняем в нашу папочку. Итак, мы получили три файла. EEPROM, флеш и пароль. Пойдемте делать прошивку и потом заливать обратно. Итак, файл мы модифицировали. Давайте будем записывать. Вот здесь находится разъем IBD. Вставляем. Открываем комбилодер. Погодка сегодня шикарная, солнечная. Файл подготовлен. Идет загрузка модулей, а мы пока включим зажигание. Вот, включили зажигание. Так, выбираем флеш. Сначала дополнительно, как всегда делаем перед любым программированием и считыванием, делаем идентификацию. Идентификация выполнена успешно. Открываем флеш. Вот она у нас. Тюнинг EGR OFF. Файл успешно загружен. Так, теперь нам опять же нужно нажать клавишу Ctrl. Вот зажимаем и держим. И нажимаем записать. Продолжить. Записать только калибровки. Клавишу Ctrl не отпускаем. Да, записать только калибровки. Клавишу Ctrl держим. Как только пойдет запись, все, стирание пошло, клавишу можно отпустить. Вот идет сейчас стирание и сразу запись. Опять же, записывать только измененные области. Области, в которых мы ничего не меняли, пропускаются. Делает это он очень быстро, комбик. Ну, здесь, как всегда, гирлянда полная горит. Вот уже 68%. Скоро все запишется. Вот. Завершить связь. Да, завершаем. Операция успешно завершена. Нажимаем ОК. И выключаем зажигание. И теперь пробуем завести наше авто. Зажигание. Все, машина завелась. Сделали ему хороший тюнинг, чтобы быстрее к пациентам приезжал. Итак, работа выполнена. Выполнена успешно. Всем всего самого наилучшего. Хороших клиентов, много интересной работы. А самое главное, крепкого здоровья.